23:15, заказ готов. Принимает и выдает заказы сегодня Владимир. В ресторане быстрого питания он работает уже 2 года. Несмотря на нарушение речи, работу нашел быстро. Я стою на станции панировщик, то есть вот ставлю мясо, бываю еще и на кассе. Рядом с домом гибкий график и коллектив прям суперский. Работодатель заметил Владимира на чемпионате Обилимпикс. Молодой человек не просто получил возможность зарабатывать, но и успешно адаптировался в обществе. И самая большая для нас награда, что он сказал, именно наша команда, наша компания сделала из него человека, который не боится работать, не боится жить. Поэтому было с ним очень комфортно работать. Сейчас вы видите, он наша ячейка, такое общество, которое незаменимое. У Тимура тоже особенности здоровья. Несколько лет он занимается общественной деятельностью. Благодаря этому нашел работу. Уже 4 года преподает основы проектной деятельности. Это очень важное направление, потому что сейчас любая профессия и любое направление, оно строится на социальных проектах. Каждый человек должен найти работу, которая близка ему по душе и по направлению. В этом колледже работают 12 сотрудников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, речи и зрения. Это педагоги, сурдопереводчики и лаборанты. Люди абсолютно уникальные, они творческие. И что самое замечательное, что вот эту инклюзивную культуру они несут в наше общество. И они своим жизненным примером показывают, что не надо в любой ситуации сдаваться. Я верю, что у каждого человека есть крылья. Самое главное, нужно помочь ему взлететь. Вот это мы и делаем. Организуем такие мероприятия, как трудоустройство инвалидов на свободные, на вакантные рабочие места. Также финансируем создание дополнительных временных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Предоставляем услуги по профориентации, социальной адаптации на рынке труда, психологической поддержке. Организуем обучение профессиональное, повышение квалификации. Помогаем в открытии собственного дела. Сейчас в регионе открыты 800 вакансий, на которые могут принять людей с инвалидностью. Ищут представителей рабочих специальностей, а также экономистов, инженеров и медицинских работников. Дарина Халина, Денис Осколков, Тюменская служба новостей.